Харьков, 22 июня 14 год, воскресенье. Год все-таки 14, а не 41, поэтому, ну, похоже. Так, и сейчас где-то часа три, наверное, по Киеву. Сегодня в области под Харьковом упал вертолет. Не сбит, а именно разбился, я так понял, по каким-то причинам. Военные действия сейчас в Харькове не ведутся. Ну, то есть не велись еще. Сепаратисты располагаются в Донецкой, Луганской областях, на их, на части их территории. Там 150 на 150 километров. Ну вот. Харьков в этом отношении пока спокойно. Сейчас объявлена неделя перемирия. Вернее, даже так, не перемирие, а прекращение огня со стороны украинских военных. Президентом было объявлено Порошенко. Ну и через неделю, я так понимаю, будут пытаться украинские военные сепаратистов с Донбасса вытеснить.